С понедельника в парковой зоне АБ орудуют лесорубы. Это представители компании «Леспромэкспорт». Сейчас активные работы ведутся за спортивным комплексом «Заря». Это что такое? Лес-то рубят. Это в честь какого праздника? Почему? Люди уверены, что лес выпиливают ради деловой древесины. Однако специалисты поясняют, что такие деревья они не валят. В настоящее время проводится выборочная санитарная вырубка. Убираются у нас здесь сухостойные, ветровальные, можно сказать, деревья бурелом, либо какие-то поврежденные, либо уже какими-то вредителями, либо болезнями деревья. То, что у бичан последует реакция возмущения, и лесники, и экологи ожидали. С одной стороны, говорят они, хорошо, что люди проявляют сознательность и обеспокоены состоянием леса. С другой, визуально отличить больное дерево от здорового не специалист, не в силах. Например, вот эта сосна на первый взгляд кажется нормальной. Однако на самом деле дерево больное и может заразить соседей. Если не заниматься санитарной вырубкой, в первую очередь мы будем ожидать очень большой вырост насекомых. Будут очаги развиваться, и лес просто-напросто погибнет. О том, какие именно деревья нужно срубить, решала большая комиссия, куда в том числе входили общественники и экологи. Лишнего, говорят представители Леспромэкспорта, они не возьмут. На каждом дереве есть специальное клеймо, причем не одно. 5 сантиметров мы пень оставляем по правилам, как бы заготовок. И на корневой шейке оставляется клеймо. И потом просто-напросто специалист, когда приедет уже с проверкой в весеннее время, после того, как пройдет сжигание, снег растает, уже будет ясная картина видно. Он подойдет к пеньку, скажет: ага, посмотрим, это дерево спилили или нет, ага, на пне клеймо есть, все, значит, все сделано правильно. Спиленные больные деревья в основном пойдут на дрова, а вот порубочные остатки лесники сжигают прямо на месте с соблюдением всех мер безопасности. Выбираешь место, чтобы была поляна. Поляна. То есть подальше от деревьев была поляна. Пилить больные деревья в лесопарковой зоне АБ будут до середины следующей недели. В общей сложности во время выборочной санитарной вырубки уберут порядка 200 кубометров древесины. А вот что касается местных обитателей, то белкам шум бензопилы, видимо, нипочем. На их аппетите это явно не отражается. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.